Украина имеет права быть страной не второго десятка, только теплится жизнь в ней едва, и во всем не хватает порядка. Газа, нефти и умных голов ей пошли наряду с урожаем, тучных млекодающих коров, а детей мы тебе нарожаем. Помолюсь, чтоб тебя обошла Вашингтона московская свара. Ну, хохлы, накрывай мостола и избегающий с дуру пожара.